Сегодня третий игровой день международного футбольного турнира среди женских молодежных команд «Кубанская весна». Местным болельщикам в первую очередь был интересен матч между сборными Краснодарского края и Казахстана. С первых минут встречи девушки из Кубаночки взяли инициативу в свои руки. Соперницы не смогли противопоставить местным спортсменкам практически ничего. Итог 3-0 в пользу сборной края. Не все моменты мы реализовали, могли забить, конечно, больше. Игра не такая слаженная, как была со Словенией. Два дня назад матч со Словенией фаворитом турнира завершился фактически сенсацией для кубаночки. Они сыграли в ничью. Сегодня была последняя игра в групповом этапе. В подгруппах мы сыграли уже все игры, то есть мы на третьей позиции, у нас одна ничья, одно поражение и одна победа. В принципе, у нас молодой состав, большая часть девчонок первый раз участвует на таком турнире. Игроки некоторые растут и достаточно быстро, потому что это опыт международных игр, он ничем не заменим. Ну а победу над Казахстаном кубаночка назвала запланированной. Сегодняшней соперницей не самая сильная команда в группе. Впрочем, это понимают и сами казахи. Для их молодой команды «Кубанская весна» – это в первую очередь хороший соревновательный опыт. У нас команда молодая, мы только собрались, можно сказать, с нуля команду собрали. Есть над чем работать, много вопросов к девчонкам также есть. А так, в общем, очень высокий уровень команд. Приехали сильные команды, приятно посмотреть, есть над чем учиться. А приехали 8 команд – Иран, Румыния, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Словения и Россия. Наша вторая национальная команда сборной России пока в турнире без поражений. У России сейчас вот будет решаться выход из группы. Она будет играть со сборной Румынии. Тут, пожалуй, можно сказать, стыковой матч. Кто победит, тот и выходит в следующий этап. Будем надеяться. Довольно сложно. Первый матч сыграли с белорусами 0-0. Во втором матче очень сложная победа со сборной Азербайджана. Финал «Кубанской весны» состоится 26 марта. Итоговый матч пройдет на центральном поле Сочи, стадионе «Юг спорта». Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».